В преддверии Дня защиты детей мероприятия прошли и в детском парке Саратова. Здесь состоялась игра-праздник «В поисках сокровищ». Организаторы мероприятия, радиостанция «Юмор-ФМ Саратов» и журнал «Теле7» провели для юных саратовцев веселые конкурсы. 5 команд по 7 человек должны были пройти 7 захватывающих испытаний, среди которых была стрельба из гигантской рогатки, сражение с пиратами, а также испытания в творческих заданиях. От ребят требовалось нарисовать на асфальте фантастический велосипед и разгадать головоломки Эйнштейна. Лучшие команды получили подарки и сладкие угощения, а победителям достался настоящий сундук с сокровищами. Уже третий раз вместе мы ежегодное мероприятие проводим специально ко Дню защиты детей. Называется «В поисках сокровищ». Для гостей мероприятия, для гостей праздника тоже конкурсная программа с выступлениями артистов. Основная цель, на самом деле, поздравить всех детей с Днем защиты детей, встретить лето, проводить весну.